полицию обратилась 64-летняя сочинка. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенничества. В квартиру к пострадавшей постучала незнакомка, которая представилась социальным работником. Пройдя в квартиру, злоумышленница рассказала о возможности индексации пенсии и получения квартиры. Как утверждала подозреваемая, для участия в этой программе необходимо заполнить специальные бланки и заплатить за это 100 тысяч рублей. Получив деньги, женщина скрылась. Стражи порядка составили ориентировку с приметами подозреваемой и направили ее во все отделы полиции. Мошенницу задержали. Ею оказалась пенсионерка. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания. Разговаривала с женщиной, пообещала ей пересмотреть пенсию и походотельствовать о квартире. И она отдала мне деньги. Сколько денег отдала? 102 тысячи. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Пенсионерке грозит лишение свободы сроком на 5 лет. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий при отработке гаражно-строительных кооперативов нашими сотрудниками была задержана гражданка по подозрению в данном преступлении. Известно, что ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за подобные преступления. И мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто пострадал от действий этой гражданки, незамедлительно сообщить в полицию по телефону 02.